Итак, дорогие друзья, начинаем установку перемета. Пробурил отверстие. Сейчас прошел сюда веревку. И пытаемся выловить ее. Снега вообще под этим куча. Я не знаю, получится или нет. Только снег. Ну, по идее, должен доставать. Просто он даже не вращается там. Получается, что под снегом не дает вращаться вот эта штука. Так, сейчас посмотрим другую проволоку. Подлиннее и пожестче. Подвинчик опустим, кирпич просунул, кирпич, веревка кое-как тоже под снег из-за снега. Там очень много снега под. Из-за этого просто как все. Опа. Что такое? Почему? Не может схватить. Подогну проще.
вытащил. Прогон пошел, ребята. Прогон наш пошел. Слишком вытащил, она там в снегу застревает. Кирпич этот. Слишком плотный снег. Из-за этого прогон там застревает. Зря я его вытащил. Надо было оставить там. Прогон с плетенкой, нет плетня. Идет уже порядка 30 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас пробурю как можно больше максимальное количество. А потом начнем прогонять. Что, давайте попробуем быстро прогнать. Посмотрим. Насколько быстро получится. Так, вот так, значит. Примерно. Должен быть. Нету. Да ты что вы делаете?
интересно. Нифига не достает. Далековато разберет. Да. Прямо еще вот так держит. Должен достать. Цепляем отсюда. Давай, давай. Отсюда цепляем. Здесь полностью втапливаем. Ага. И здесь зацепляем. Так и идем дальше. Далековато. Лечонка у меня не зимняя, летняя, обычная. Поэтому не думаю, что прям сильно заморачиваться будет зимнюю лечонку искать. Обычная летняя тоже пойдет. Сегодня еще тепло. 28 где-то, наверное, сейчас уже под вечер. Здесь надо сверлить по-любому. Оптимальное расстояние нужно определить. Метров. Видимо, 70-50. До хера будет. Хочешь порыбачить, умею брить лунки, да? Да. Ну что же, чувствую, будет жаркий вечерок. Разгонно жарковато будет сейчас.
Поэтому смело раздеваемся. Погнали. Впервые использую данный вид прогона. Посмотрим, как он себя покажет. Пока вроде все нормально. Идет. Пока все нормально. Кирпич вообще вытащил полностью. Вот, пошел. Пошел кирпичок. И дальше идет. До дна вообще его надо выпустить. Кирпич. Пусть лежит на дне. Так, ну а мы сейчас каждые 50 сантиметров сверлим лунки и идем в ту сторону. Thank you.
мужики уже идут с последних сеток, а я все бурю 180-м буром. Охренеть. В общем, усложняется все тем, что подо льдом еще находится снег. Вот. Mirar por ustedes hoy.
Прошел процесс. Процесс прошел. Кругом организм называется. Процесс. Загонка прогона. Организм все-таки. Думаю, что по нетонкому льду еще так можно практиковать прогонизм. Но когда толстый лед, мне кажется, прогонизм не получится. Гонизм получится. Так. Вообще на нуль идем. Вот стоит прогон. Такое дело. Был Гаврилич, вот помог он мне пробуриться, но здесь я ему сказал чуть подальше давай попробуем. Хочу попробовать сейчас вот одну теорию проверить. Теория парусности называется. Сейчас вот плетня, она должна по сути. Я опускаю кирпич на дно, опускаю на дно, и оставшаяся часть плетенки должна маленько как бы подпарусить так на течение. Ну не знаю. За счет этого она маленько надо здесь вот провиснуть в моей сторону, в мою сторону. Не знаю как, насколько верна в реале теория. Вот. Вроде кирпич тащит. Почти метрового состояния. Не работает. Не работает.
его побольше сделать, что ли. Тем более, ничего не удалось не сделать. Иди, должен цеплять. Но не цепляет, а? Блин. Зацепил. Выпрямил эту фигню. Все получилось. Точно тупизм. Гонизм. Надо было палку этот, вот эту штуку выпрямить просто. Более так сделать. Прямой угол задать ему. О, сейчас на несколько сантиметров уже дальше будем. Плохо то, что в снегу все. Не поймал. Есть, поймал. Так, здесь вот дело не в ножах, дело во льду.
что-то там мешает крутнуться. Крутануться мешает сильно. Ее, но она слетает, ничего не пойму. Есть, есть такое дело. Блин, самый ответственный момент срезало винт у барашка тонаровского. Вот так вот имейте в виду, друзья. Говёные у них болты. Винты. Короче, бур говно. Срезает барашки. Я сейчас не могу выкрутить вообще винт. Там он остался, вот флянец. Хотя бы выкрутить тоже не получается. Потому что там вся резьба срезана. Из-за этого не идет совершенно. Вытащил. Обычный винт на 8. Хорошо, что ваш покорный слуга предусмотрительный. Все таскает с собой. Иннокентич! Кесе! Бурдохка дальше! Все, я пошел добуривать. Ну вот по такой темноте уже поставили прогон. Ледобура здесь спрятал, оставил. Сейчас поедем. Плетню я заменил на шпагат, заменили. В
Ну все, поехали домой.